Доброго всем времени суток, друзья. Никита Владимирович. Доброе утро, друзья. Лайк, подписка, колокольчик. Да. Гости и подписчики нашего канала. Мы на воде. Ну, вернее, еще не на воде, но выйдем на него. Соорудили кораблик. С большим опозданием. С конкретным выходим на воду. Нормально. Ну, будем открывать сезон. Что из этого получится, посмотрим. Мотор еще не обкатан. Ну, поглядим. Погодка нас пугали. Вчера был ливень сумасшедший. Все было не очень хорошо. Огники чуть-чуть на себя. Вот. Короче говоря, мы все-таки решили выйти и не прогадали. Пока все хорошо. Правда, обещают ливень и ветер до 8. Но как-нибудь про соселовлю расскажу, как мы с Олегом неделю назад еще открывали. Больше масла. Ну, короче говоря, Никиту посадили за руль. Да, вот. Наших 20 лошадей на холостом. Не, вот холостой ход с нашим кораблем. Так это холостой, подожди, мы еще тут. Так, а что у нас с эхолотом? Ладно, сейчас якорь подготовлю. Может его ниже там, не? Нормально? Взяли ниже, но ниже не опустишь. Ну это только когда я сяду. Ну да. Или транец надо уменьшать. Ну не знаю, давай. Да, ё-моё, да? Короче, заработали мы тут по поклевочке. У меня вроде бы судакела или окунь, но такой. Вот, а у Никиты окунёк дыр-дыр. Ну это мы так, шли на другую точку. Вот, у нас процесс обкатки идет. 10 минут надо... На холостом. А вот это у нас холостой ход. И мы на нем еще и плывем. Идем, вернее. Слышь, ё-моё. Я вон раздетый, Никита раздетый. Пасмурная погода, ливень. Боялись выйти. А оказалось, видите как. Ладно. Будем продолжать. Никитушка, первую рыбку. Карась. Слышь? А, не, не, да, карась. Думаю, поставлю... Этот стартаповский стингер. Так. Слышишь? Это шок я. А я думаю, что оно клюет. У меня грушка. Понимаете? И, ну, поклевки у нас есть. Ни хрена не засекает. Сейчас, подожди. Ты сделаешь большой его, или из него ляща хочешь сделать? Сделаю большой, как модно. А, как модно. И поближе к. Вот это да! Супер-пупер! Короче, Никита. Водомоторный этот самый, скажем так, сезон открыл. Вот. А я думаю, что он вот тык-тык-тык-тык бьет, ну карась мелкий. Вот. И ни хрена не засекается. Сейчас поставим секретнейшую из приманок. Вот. То есть поклевки есть, поимок не было. Ну, как всегда, у нас Никита первый разловился. О, глянь, какой у меня есть засранец, понял? Ого. Да, супер-пупер. Вот, мы, кстати, с Никитой, учитывая опыт последнего сезона, ну, прошлого, прибарахлились вот этими штуками. Господи, хотел показать, вот они, тейлоры, вот, китаёсные. Почём их покупали, Никит? 4, короче, около 5 баксов приманка и 5 баксов за ссылку. За все, да? За ссылку. За какую ссылку? Ну, люди же будут спрашивать, где купить. А-а-а! Понял. Тогда базара нет. Так вот. Что, 10 баксов приманка? Понял. Не, ну за ссылку не заплатят, я тебе 100% говорю. В общем, в прошлом году неплохо на них. У меня получалось и... Не только здесь. Вот. Поэтому притарились. Ты что, последнюю оборвал в Днепре, да? В Днепропетровске. Единственную. А, единственную. И мы поскольку по 5 или по сколько штук мы взяли? По-моему, по 3 штуки. По 3 штуки. Ну, в общем, короче, немножко притарились мы тейл спиннерами. Просто веса мы разные. 7,5, да. 10 и 15 грамм. Короче, а говоря. Цвета ты взял все красные, я розовый. Ну, в общем, короче, рямы потихонечку
железячками и железячками. Я вам колебло взял, игрушки, эти самые, как они, пилькерочки. Вот. Вот только раз гад у нас и клевал, Никита. Голову морозил. Да. Был у меня только что на маленький вот этот тейл спиннер. Очень неплохой рыб. Поскольку забросил я вот в эту траву, она поверху как пошла, да, Никита? Да, две свечки. И непонятно. Да, две свечки далеко. Сделала, да, далеко. И мы не поняли, что за рыба, но аж очень много травы. Нас снесло в траву, якорь легкий, не держит, а ветерочек как бы нехилый. Вот. Ну что, переставимся, да? Вот. И получилось так, что трава, видите, вот трава, и она вот там как дала. Ну, она, мы думаем, что, судя по свече, ну, это мог быть и хороший карасник. Да просто не, тут не, мел. Длинная. Ну, может быть, щучка взяла, потому что так метра 4, наверное, поверху пошла и сошла. Ну, трава, а там, сейчас вам покажу, он манюсенький, тройничок маленький, вот он. Вот, их сход. Ну, уже не зря. Рыбку подержал, это уже хорошо. Когда ветерок поднимается, ну, ладно, будем надеяться, что мы сможем... технику безопасности на рыбалку. Вот сидит. Даже если вы удостоверились, что сзади нет напарника, все равно всегда помните, что он может оказаться вдруг сзади при запросе. Вы посмотрите, что это гад сделал. Теперь хер его знает, как это все вынимать. А сейчас сделаем операцию на берег. Короче, идем на берег. Будем думать, как и что теперь творить с этим пирсингом. Гребаный доктор, блядь. Спасет тебя. Спасет? Сначала за сандулек, теперь спасать будет. Короче, будет делать операцию у меня тут на ходу. А травматические, антимикробные, с гемостатическим действием. Да пошел ты знаешь куда со своим действием. Давай, можешь чуть выстригу волосы? Выстригай. Ты сейчас грудик отстегни. Как я тебя стегну? Ну как, вытягиваю? Так, не снимай, это 18+. 18 что? 18+, а канал дети смотрят. Набирает пацанов, блять, на флот. Не забросить нахер. Глубоко. Конечно, глубоко. Сам долил, забрасывал за 100 километров. Выстригай уже теперь там. Будем стричься. Да вот это ж тебе не это самое ножницы. Не парикмахерские. Так, да. Значит, перекиси нет плохо. Ты думай, как ты вытягивать будешь, а не перекиси. Зато капли глазные есть. Нахрен не твои капли. У меня с конца скоро закапает. Сейчас все подготовлю, что будет после. Ух, наверное, выключимся на время. Выключай. А ты что, Лаки Джонс, сука, мне в голову засадил? Один хоть или два крючка? Еще раз, что теперь? Сейчас йодиком буду обрывать. Так йодиком вокруг надо. Ну, вокруг. У тебя ножниц нету нормально? Ну посмотри там мультитули есть или нету, я не знаю. Санечка, отличный мультитул, но без ножниц, это Лихтерман. Вот, во всяком случае мультитул, видите как, ой, я раньше я его не брал на рыбалку. Вот, это Саня мне из Огайо подарил на прошлый день рождения.
Короче, хреново ездить без этим самым бестолковым напарником. Но хорошо, когда он доктор, дипломированный. Но не парикмахер. Но не парикмахер. Сильно кровь идет? Да, вообще не идет. Вообще не идет. Хреново. Лучше бы она пошла, чтобы с кровью что-то вышло. Ну, подави. Ну, подави. Ну, надо как-то очистить рану. Просто с кровью гадость должна выйти. Чуть, блядь, двойник какой-то у тебя хреновый, ржавый, Никита, что это за херня? Что, денег нет на двойники? Нормально двойником не можешь голову засадить. Полежал он, что ли? Короче говоря, вот такая у нас открытие сезона. Нормально. Нормально, да? Рыба сошла, голову засадил. Ножниц нема. Ножниц нема, нож зато есть хороший. Давай, не прибеняйся, все нормально. Да, конечно. Сейчас бы грамм 200 в сандолить. А сказать. Я хотел взять Джеймсона, думал, надо... Джеймсона, да? С Геной сезон открытый. Так, а за рулем? Ну, Гене открыть, я бы понюхал. Ну, а что ж не взял? Да, вот, я, если бы я знал, что так было, я бы взял и больше. Вот так вот с ними на рыбалку. Ни Джеймсона не забрасывай. Ну ты хоть выдавил кровь там, нет, Никит? Да. Нормально? Короче, лучше со все там забрасывайте, когда с лодки с кем-нибудь. Да не, лучше. Не знаю, как это произошло. Да вот тоже. Удостоверились, все. Так, ну лепи мне уже что-нибудь. Зато есть вот это кондомы. Что-то. Кондомы? До 2010 года. 2000... Так просроченные, нахрен ты их водишь? Это ж не моя машина. Понятно. Короче, будем считать, что операция прошла успешно. Сейчас попробуем, наверное, опять на водичку выйти. Посмотрим. Сейчас залепим как-нибудь. Залепим как-нибудь. Короче, этот засранец. Вжарил мне... Я покажу, какой кондовый двойник в голову. Хватит уже жаловаться. И сволочь 2 числа на канале свалит. Короче, так и не придется мне, наверное, вискаря попить, раз такое дело. Надо шапкой придавливать. Да, да, придавишь нормально. А ну. О. Нормально? И не видно. Ты так. Меня утешил. Молочки убери. Сейчас. А тут ухо, понимаешь? Угу. Короче, наложили фурацилиновый пластырь, ну, чтобы как бы дезинфекция. И прижать нечем. Вот мало вас в автолюбителей жарят ГАИ за аптечки. Вот мы начали в аптечках все... Пластырь не клеит. Короче, все старое. Видите, а вот случилась такая хрень, и надо бы. Но... Ничего. Прорвемся, я надеюсь. Все? А ну, одевай, как там надо. Чтоб лежало. Блядь, вот ножницы, они, конечно, могли бы... Ну, они. Все, нормалек. Вот, и мне еще шапку как горшок. Ну так я что делаю? Ну давай, застегивай. О, и пылючку с меня постряхал. Короче говоря, будем выходить опять на воду. Корабль стоит, ждет. Выйдем, сейчас выйдем. Загнал нас ветрюган в залив. Глубоко. Волна хорошая, якорь даже не держит. В заливе что-то у нас как с поклевками тяжело, да, Никит? Пытаемся, но не знаю. Но если такая волна будет, то ну и волна. Да, поедем мы лечиться. Лечиться.
Так, есть у меня тоже первая рыбка. Разрешите. Вот. Ну, пацака у нас. Никита свою забыл, а я взял то, что взял. Только мы с ним пожаловались, что совсем хреново. Из-за такой волны сумасшедшей поклевок не слышно. Только не рви мне пацаку. Бля, и другой загнал. Молодец. Короче, вот такая вот хрень. Вместо того, чтобы рыбу ловить, мы тут... Не, ну гарный окунь, хороший. Ничего не скажешь. А ты то голову мне рвешь, то пацаки. Сразу видно, что канары в голове. Порвал мне Никита всю подсаку. Придется пить. Вот такой вот окунечек. Неплохой. Неплохой, только худенький гад. Вот, взял на... Где мой этот? То я таповский твистерочек. Вот. Такая проводка. Проводка по этому самому волок. Как его? По дну, по ракушечке. Так что первый окунь лодочного сезона все-таки есть. Там у меня сход был, а это все-таки поймал. Есть еще один окушочек. Всю рыбу словил. Не всю, Никита Владимирович. Геннадий Хапуга. Ну, ударил хорошо. Это видишь, тебе как бы возмездие. Возмездие? За то, что ты мне башку засадил, двойник. Куда? Вот такой вот окушочек неплохой. Небольшой, но и не мелкокалиберный. Хочу показать, в каких условиях идем. Да, либо. Блогерфест. Да. Блогерфест номер 2. Волна, конечно, сильная, но стараемся. Так, проверка мореходных качеств нашего корабля. Уже по таким волнам идем. Покупал лодку, честно говоря, не для таких условий. Думал, только малые реки. Но поскольку Никита свою продал, вот, первый выход у нас как раз не малая река, а очень даже большая река. И скажем так, все равно лодочка ворувел, да, Никит? Yes, of course. Камера, мотор. Мотор, камера. Никита Владимирович новую песню спел. Сказал, говорит, не спел, говорит, хочу выпить вот с водки и пострелять из нагана. Короче, не знаю, сейчас поклевки вообще прекратились. Мы уже рядышком с берегом. Вообще никак. Наверное, будем завязывать первый свой выход в этом году. Если бы, конечно, мне в чайник не засадил двойник, было бы вообще прекрасно. Вот. Ну так, конечно, немножко это. Но все равно польза есть. Транец надо уменьшать, потому что на волне хватает воздух, винт. Надо подрезать пару сантиметров. Вот. Ух, какой хороший окунь деревянный. Короче говоря, сезон открыли. Наверное, завязываем, Никит, да? Да, по последнему. Ну давай, ты за это самое. Короче, сезон открыли, по чайнику заработали. На лодке покатались. Все хорошо, в принципе. Приеду, вискариков жарю, Никита с нагана постреляет. Постреляешь с нагана или нет? Хоть эти самые слова мне запиши песни. Не будешь, да? В общем, короче, вот такая у нас первая рыбалочка. Я не сегодня уже настрелял. Крайний заброс. Всем мира, добра, до новых встреч.